У них еще и собака Баскервилля имеется. Новые люди в доме появились, вот и нервничает собачка. Зинь, ты что ли? Господи, напугал. Ты что здесь ночью колобродишь? Говорят, Архипов сын нашел, неужто правда? Ну, нашел. А тебе-то что? Интересно, парень помнит, кто его мать убил? Мало тебе того, что с отцом случилось, хочешь по его стопам пойти? Не трогай ребенка, Мишу позову. Кстати, Миша не один приехал, а с девушкой. Это училка для Леши или невеста? Да что ж ты бесстыжий-то такой? Я на тебя Цербера спущу. Да ты его сама боишься. Не доводи до греха. Иди отсюда. Иди, сказала! Уйду, уйду. Доброй ночи. Вот ходит, все вынюхивает. Да? Марина Юрьевна, извините, не хотел вас будить. Ничего страшного, я еще не сплю. Алеша проснулся, не могу его уложить. Давайте я сегодня лягу с ним. Здесь и правда страшно. Давайте. Едва дойдя до аргонавтов... Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук! Доброе! Утро. Пора вставать. Лёшенька, мальчик мой, ты меня не узнаешь? А мы ведь с тобой вместе с самых пелёнок. Забыл. Ну ничего. Сейчас мы встанем, освоимся. Все будет хорошо, да, Лёш? Можно? Доброе утро. Да, здравствуйте. Алёша уже проснулся. Люба. Завтрак накрываю в гостиной за большим столом. Хорошо. Ну что, как у нас дела, а? Я в твоей комнате все оставил так, как было. И книги, и игрушки, и игры твои. Ты что-нибудь помнишь? Михаил, мы тут немножко осмотрелись. Наверное, стоит что-то докупить новое. Все-таки Алешка вырос за это время. Да, конечно. Я как раз на эту тему хотел с вами поговорить. Пойдемте. Сейчас приду. Тш. Марина Юрьевна, вы, пожалуйста, мне напишите список. Все, что вам нужно, все, что вам понадобится для занятий. Хорошо? Угу. Хорошо. Я свои пособия взяла с собой, а вот что еще нужно будет докупить, я подумаю. Если чего-то сразу не окажется, вы только скажите. Главное, как можно быстрее добиться результата. Простите, главное – это запастись терпением. Нельзя торопиться. Иначе можно все испортить. Но я не могу.
могу сидеть, сложа руки. Вы делаете свою работу, а я буду делать максимально все, что зависит от меня. Ваш дом для Алёши, по сути, новое место. Ему нужно время, чтобы справиться со стрессом, чтобы привыкнуть. Ну, прекрасно, пусть привыкает. Но и мы не должны терять время. Я как раз специально для этого сегодня на завтрак позвал самых близких, дорогих людей. Всех? А что? Да вы с ума сошли? Отдайте себе отчет в том, что каждый новый человек для него — это пугающий огромный мир. Какой мир? Пугающий? Марина Юрьевна, вы не волнуйтесь. Эти люди очень хорошо его знают. И поверьте, они его очень любят. Хорошо. Давайте поможем ему. Такое количество информации лучше давать ребенку в игровой и шутливой форме. Тут надо подумать. Подумайте. Хорошо. Ну вот, наконец-то, наша большая семья собралась за одним столом. Я думаю, Алёш, ты достаточно быстро всех вспомнишь, а вы, Марина, заодно и познакомитесь. А вот из себя и начни. Сын-то твой наверняка не знает, что в детстве тебя дразнили Мишка на голове шишка, потому что головой все время бился. Это мой брат Лев. Шишек я от него в детстве наполучал достаточно. Но на самом деле он добрый, к тому же врач, как добрый доктор Айболит. Да, кстати, и как Айболит, я знаю очень много языков зверей. Я знаю собачий, я знаю птичий и даже иногда змеиный. Он даже в детстве хотел уехать в Африку лечить ангину и скарлатину. Да-да-да, чтобы всем вылечить горлышко. Скорее промочить. Но потом он встретил свою прекрасную жену Риту, которая убедила его, что так далеко за мечтой ехать не надо. Ее можно воплотить и дома. Но, как в сказке «Золотой рыбки», мечта все распухает и распухает. Да? Ну, если ты про нашу клинику, то что в этом плохого? Если вместо старого корыта будет еще и новая стиральная машина? Прекрасно, прекрасно. Я считаю, очень хорошо. Мой друг с самого детства Данила. Данила мастер. Прекрасный художник. Алёш, это он тебя учил рисовать. Данил отличный ювелир. О наших драгоценных камнях он знает все секреты. Ну, все, да не все. Камни, они ведь как люди. И каждому нужно найти свой подход. Ну, с Любой вы уже познакомились. Люба в этом доме все и вся. Она его держит, она хозяйка. Алёшка, Люба здорово рассказывает сказки. Иногда даже очень страшные. Мишенька, ну что вы сегодня такой насмешник? Добрые сказки, Лёшенька. Добрые. А еще Люба – мама Данилы и Ольги. Ой, можно я сама представлюсь без этих комментариев? А что это ты так разволновалась? Мой партнер по бизнесу и ближайший друг – Ольга. Мы с твоим папой и с моим братом Даней были очень дружны в детстве. Были не разлей вода. Нас даже прозвали «Три мушкетера». Да, но Д'Артаньяном всегда был я. Да какие «Три мушкетера»? «Три оборванца». И Д'Артаньян. Да. И, конечно, я очень хорошо знала твою маму, Ирен. Простите, пожалуйста, но мы пойдем, если вы, конечно, не против. Вам, может быть, помочь? Нет, спасибо. Для Алёши сегодня достаточно новых впечатлений. Пойдем. Алёш, ну расскажи, что случилось-то? Что тебя так расстроило? Может быть, ты испугался? Может, тебе кто-то не понравился? Или что-то? Слушай, а давай ты мне напишешь. Держи. На. Может быть, она что-то сказала неприятное для тебя?
Или, может, что-то вспомнил? А давай-ка ты мне ее нарисуешь. Слушай, я на Мишку уже внимания не обращаю. Он всегда был психованный. Ну что, поехали? Любимая, Мишка просил еще пару дней побыть. Он думает, для Алеши так лучше будет. Серьезно? Ну. Вот после всего, что он устроил за столом? Просто он нахамил каждому по очереди. Родная моя, ну по сути-то он прав. Он же постоянно дает деньги на эту клинику твоей мечты. Лева, это наша мечта. Нет? Все, пусть катится со своими деньгами. Я уезжаю, если хочешь, можешь оставаться. Между прочим, последние годы деньги от именной фирмы даю именно я. Специально с учетом этого формируется бюджет. Ну, мы с Ритой обо всем договорились, поэтому я не думаю, что нужно и дальше муссировать эту тему. Тем более публично. Да нет, ну я-то понимаю. Просто ну, ты же сама видишь, ей все мало и мало. Она теперь сеть клиник хочет открывать. Значит, теперь деньги будут клянчить у тебя, а не у Мишки. Кстати, прибыльный же центр. Куда она деньги девает? Я сам не знаю. Я все время спрашиваю, где деньги? Ну, не умеет человек бизнес вести. Понимаешь, деньги улетают, как ветер. Да. Рита ни в чем себе не отказывает. Ну, еще бы она отказывала. Деньги-то не ее. Ну, кстати, хочешь поспорим на ящик коньяка, что она сейчас вернется обратно? Лева, слушай, а как тебе эта Марина? Мне кажется, она ведет себя чересчур самоуверенно. Не знаю, мне так не показалось. Вполне симпатичная. Да и Мишке она нравится. Но она в его вкусе. Она и раньше чем-то похожа. Нравится, не нравится. При чем тут это? Я совершенно про другое говорю. О, моя прется. С тебя коньяк. Это Ольга? Да? Вот видишь, я сразу догадалась. А вот это кто? В голубом. Наверное, это твоя мама, да? Только ты ее совсем не помнишь, поэтому у нее нет лица. Слушай. Так у тебя же точно такая же лошадка есть, она где-то здесь лежала. Так вот же она. Смотри. Это она? Лешенька! Ты ведь ничего не поела, тебе надо подкрепиться. Знаешь, как говорят, если завтра съешь, силушки будет не счесть. Люба, Алёша сейчас все смолотит за обе щеки, потому что он покажет своей лошадке, какой у него хороший аппетит. Правда? Лёшенька, тебе лошадка понравилась. А знаешь, ведь её шила твоя мама. Да, твоя мама Ирен сама шила. Правда? Вы знаете, я бы так хотела показать Алёше какие-то старые семейные фотографии, где он с папой, с мамой, может быть, какие-нибудь мамины вещи. Ой, вот вещей, Ирен, и фотографий в доме нет. Как, почему? Ну, спрашивайте у Миши. Это он так решил. Оль, ну... Ну, перестань. Ну, сколько уже можно бояться эту собаку? Как же я соскучился. Не знаю. Рядом с этой зверюгой я никогда не чувствую себя в безопасности. Миша, а какие у вас вообще планы? Вы с Алешей здесь надолго? Не знаю. Все будет зависеть от того, как Алешка себя будет чувствовать. Надеюсь, родные стены помогут. Если нужна какая-то помощь, обращайся. Спасибо. Ты и так за нас двоих пашешь. Как дела на заводе? Все отлично. Абсолютно. А как продвигается новая коллекция? Что, Данила, выходит у тебя каменный цветок? Нет, пока не выходит. Почему? Да все нормально. Просто это не совсем то, чего мне хотелось бы. Ой, ну ты же его знаешь, когда он был доволен. Хотя Ален говорит, что французы просто пищат от удовольствия. Ну, вы мне хотя бы эскизы пришлите. Интересно посмотреть. Так, я сейчас в город поеду. Надо кое-чем закупиться. А мне тоже нужно... Можно с тобой? Конечно. Простите. Михаил, мне нужно кое-что с вами обсудить. Я считаю абсолютно необходимым показывать постоянно Алёшке ваши семейные фотографии. Может быть, даже какие-то личные вещи его мамы. Где я могу найти фотографии вашей жены? Здесь я вам не помощник. Все, что угодно, только не это. Пойдем. А давайте, может быть,
прогуляемся с вами? Хотите, я немного вам покажу наши окрестности? Тут неподалеку есть старый акведук. Берите Алешку и прогуляемся. Идет? С удовольствием. Думаю, Алешке будет полезно продышаться. Ну, конечно, если вам не сложно. Мне совсем не сложно. Поверьте. Алеша, не убегай, пожалуйста, далеко. Как вам наше утреннее знакомство? Леша, похоже, никого не узнал. К сожалению. Отреагировал только на вашу сестру. Нарисовал ее в виде волшебницы. Злой. Ведьмы. Да. И я подумала, не было ли конфликта у Ольги с Рен? Не думаю. Оля довольно-таки сдержанный человек. Хотя причины, скажем так, не жаловать Ирену у нее все-таки были. Какие? Ну, мы же дружили с детства. И Миша для Оли больше, чем друг. Мне кажется, она все еще надеется. А он? Нет, Миша не до этого. История с Ириной его сломила. Он ведь очень ее любил. Как странно. Тогда почему он настолько агрессивно вычеркивает ее из своего прошлого? Здесь есть одно обстоятельство. Ирена, она ведь приехала из Франции посмотреть на усадьбу предка. Угу. У них с Мишей закрутился роман. Они поженились, родился Алеша. Да, а потом Мише пришлось разрываться между бизнесом и семьей. Он стал уезжать часто, надолго. А Ирен, она была необыкновенная женщина. Все мужчины сходили с ума. И Николай, наш сосед, биолог. Я не знаю, насколько там все было серьезно, но, вероятно, он хотел, чтобы Ирен ушла от Миши, и, вероятно, она была не готова на это. В общем, он убил ее. Потом покончил с собой. Кошмар. Да. Что, прямо сейчас? Да хорошо, я буду. Извините, мне нужно срочно в мастерскую. О, да-да, конечно. Здесь за поворотом сразу мост и усадьба. Угу. А по этой дорожке вернитесь обратно, никуда не сворачивайте. Спасибо. Алеша? Алеша? А что это у тебя? Лошадка, да? Алешка! Алеш! Алеш, ты где? Эй! Вы что делаете? Немедленно отойдите от ребенка! Алёш, все хорошо? Успокойся, пожалуйста, все в порядке, я не причиню зла. Поймите, ребенку угрожает опасность совсем не от меня. Послушайте, когда погибла его мать, Алёшка мог видеть настоящего убийцу. И теперь этот человек может захотеть от него избавиться. Вы что, сумасшедший? Нет, я не сумасшедший, я просто настоящий убийца, все еще на свободе. Марина! Значит так, я случайно услышал, что вы искали фотографию его матери. Быть может, это действительно поможет Алёшке вспомнить. Мой отец не виновен. Здесь появишься, я вызову полицию! Ты понял меня? Сильно он вас напугал. Алёш, ты как? Все хорошо? Кто это был? Это Арсений, сын того Николая, про которого он говорил. Все никак не может смириться с тем, что случилось. Сошел с ума. Он говорил, что его отец не виновен. Да, он раньше был следователем, очень активно пользовался своим служебным положением, чтобы это доказать. Но его, в конце концов, уволили. Ладно, пойдемте. Не бойся. Он больше не появится. Алёш, все хорошо. Это все для Алёши? Да, набрал из того, что было подходящим. А это тоже для мальчика? Нет, это для Марины. Она слишком легкомысленно отнеслась к нашему климату. А я зашла в новый магазин подарков. Ух ты. Там такие потрясающие костюмы для карнавала. Ты помнишь, какие мы устраивали балы? Ну, конечно. Венецианские, вот как раз. Рыцарские, пиратские. Да, я набрала всего вперемешку. Я подумала, может быть, мы устроим сегодня что-нибудь подобное? Не знаю. Миш, ну хватит киснуть, я живая уже. И Алёше это очень нравилось. Ты помнишь?
О, сеньор Арлекин, прекрасный костюм, вам очень идет. Благодарю. Вы готовы к карнавалу? А я бы с удовольствием, но думаю, что кто-то должен остаться самим собой. Алешка может растеряться. Согласен, поддерживаю. Поэтому вот вам другой костюм. Костюм учительницы, которая всегда будет в тепле, никогда не будет болеть и всегда будет оставаться на связи. Спасибо. Пожалуйста, вычтите из моего гонорара. Все непременно вычту. Я просто понимаю, что без этой экипировки вы тут долго не протянете. Ну и, насколько я помню, телефона-то у вас нет. Да. Спасибо вам еще раз. Так вот, о чем я, собственно, хотела с вами поговорить. Раньше я только предполагала, но вот теперь я абсолютно точно уверена в том, что главная причина Алешиного молчания – это то, что он стал свидетелем смерти мамы. Нужно разблокировать это травматичное событие, потому что именно оно – ключ ко всему остальному. Все немедленно идем в сад смотреть салют. Какая красота, да? Нравится? Ой, как здорово! Красиво. О, у вас обручальное кольцо. Так вы замужем? Как ваш муж относится к тому, что вы уехали непонятно куда, неизвестно зачем? Веселитесь. А ты, как всегда, игнорируешь общие праздники. Ну, ты же знаешь, я не люблю шумные сборища. Знаю. А где Алеша? Алеша! Где Алеша? Алеша! Алеша! Выйди оттуда! Алеша! Алешка! Лёшка, ну-ка иди сюда. Ты зачем туда пошел? Ты зачем туда пошел? Ты понимаешь, что это может быть опасно? Ты вообще меня понимаешь? Прости, малыш. Аккуратно. Набегался, устал. Закрывай глазки и спи. И не обижайся на папу. Просто он очень-очень сильно за тебя испугался. Мы все очень испугались. Зачем же ты пошел в вольер к собаке, а? Неужели тебе совсем не было страшно? Алеш? Ну, не огорчайся. Ситуация действительно была опасная. С детьми иногда нужно проявлять строгость. Да не в этом случае. Не надо Лешке устраивать сейчас обструкции. У него и так еле-еле душа в теле. Наши родители с нами не церемонились. Хотя, если вспомнить, что мы вытворяли... Ты помнишь, как мы, например, таскали череп козы? Конечно. В капюшон засовывали и пугали ночью прохожих. Да, а ты почему-то вместо того, чтобы блеять, кричал по-ослину. Что страшнее было. Прекрасное было время.
Я скучаю по нему. По тебе тоже скучаю. Миша, теперь все будет хорошо. Мы наконец-то все снова вместе. Олька, Олька, что я без тебя делал? А хочешь, завтра вместе съездим куда-нибудь? Возьмем с собой Алешу. А, простите, я не помешала? Нет, заходите. У меня к вам серьезный разговор, Михаил. Ну, тогда я не буду мешать. Я вас слушаю. Сегодня на прогулке с Алешей мы встретили Арсения. Он нас специально поджидал. Что он хотел? Он сказал, что Алешке угрожает опасность. Вдруг это действительно так? Почему вы сразу не сказали? Извините, но меня беспокоит другое. Как Алеша мог оказаться с Цербером? Может быть, это кто-то специально подстроил? Ах, вы об этом. Дело в том, что Цербера Алешке подарила Ирен. И они вместе практически росли. Алешка мог просто вспомнить и сам зайти туда. Или кто-то открыл вольер, когда Алешка оказался рядом. Марина Юрьевна, давайте договоримся так. Впредь обо всех прецедентах сообщать заблаговременно, заниматься только своими делами и не влезать в то, в чем вы не разобрались. Хорошо? Ну что, раз торжественная часть закончена, я предлагаю выпить. Ты будешь тебе налить? Да нет, я хотел еще. Не-не-не-не, оставайся, оставайся. Ну ты тоже притормозил уже, а? О, родная моя, ну когда это нам, королевским мушкетерам, мешал глоток бургундского? Ау. Марина, присоединяйтесь к нам. Хотите чего-нибудь выпить? Нет, спасибо, я хотела еще к Алёше заглянуть. Может быть, завтра продолжим нашу экскурсию? Конечно, с удовольствием. А хотите, я вам покажу свою мастерскую? О, Марин, не отказывайтесь. Это дорогого стоит. Он ведь вас прямо в сердце к себе приглашает. Мне было бы интересно. Доброй ночи. Тут можно, да? Угу. Простите. Да. Можно задать вопрос? Как вообще было доказано, что именно Николай был виновен в смерти Ирен? Ну так, он же перед самоубийством написал письмо, где признавался во всем, что да, действительно, у них на яхте было свидание, он ее убил, а яхту он потом затопил, ну, чтобы следы замести. Странно, получается, он убил в порыве страсти, потом покончил с собой. Но разве человек в таком состоянии способен заметать следы, а потом еще писать признательные письма? Любовь, она не поддается объяснениям. Да, я читал медзаключение. У нее были множественные ножевые ранения. Как можно так с любимым человеком? Хотя придушить иногда хочется, конечно. Слушайте, этот Николай, он вообще тронулся. Mm. У него же и нож нашли, которым Ирен убили. Еще он черные цветы выращивал, которые на могиле ведьмы росли. Все равно непонятно. Зачем на свидание с любовником сына с собой брать? Кстати, да. Я об этом даже не думал. Не со стыковочка получается. Mm-hmm. Ладно, Иркюль, Пуаро, пошли спать, поздно уже. Сейчас включатся мои серые клеточки, и я вас всех выведу на чистую воду. Все, понимаю. Идем, идем, родная. Мадемуазель. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Что ж такое? Жили себе спокойно, так нет, опять. Ну, алигир кум алигир, родная. Ну. Ты с братом когда про деньги поговоришь? Без его согласия у нас вообще ничего не получится. Ну, не сейчас же. Ну, давай мы все успокоимся, выспимся, да? А утром спокойно встанем и поговорим. Нальем по 50 копеек. Да? Люблю тебя. Все, Лев, иди спи. Пошли спать. Ну. Сейчас приду.
Ой. Слушай, мне все это не нравится. У нас могут быть проблемы, нужно что-то делать. Умоляю, не кричите. Арсений, вы как сюда попали? Через окно, у вас было открыто. Что вам нужно? Вот. Вы искали фотографию Рен. Я нашел ее отца. Возьмите. Не надо ко мне подходить. Положите вот сюда на тумбочку. Кладите. Не бойтесь. Вот, положил. Я хотел ее просто оставить в комнате, но подумал, кто угодно может войти и забрать ее. Здесь никому нельзя доверять. На обратной стороне мой номер телефона, пожалуйста. Кто там? Михаил. Секундочку. Марина Юрьевна, я хотел бы объясниться с вами по поводу нашего последнего разговора. Дело в том, что все эти события у меня до сих пор перед глазами. И Ирен, и Леша. Но вина людей, которые к этому были причастны, доказана. И на этом точка. Не надо к ним возвращаться. Пусть все останется в прошлом. Хорошо? Я просто хотела помочь. Я понимаю. Ну а сейчас покажи мне, пожалуйста, предметы, которые находятся в твоей комнате. Стул. Правильно. Шкаф, совершенно верно, сзади тебя стоит. А еще? Мяч. Кубики. Ты больше не хочешь играть? Алёш, тебе нехорошо? Так, ну что тут у нас? Как дела? Мне кажется, Алёше нехорошо. Сынок, тебе плохо? Лёва, посмотри. Угу. Сейчас. Ну, что тут у нас, а? Ну? Ну-ка. Так. Ты же помнишь, что я доктор, да? Как доктор Айболит. Так, ну-ка давай. Так. Всех мы лечим, да? Кроме Бармалея. Бармалея лечить не станем. Ну что? Да вроде все в порядке. Может, психосоматика или стресс, или устал просто. Ну, чем вы занимались, когда им плохо стало? Занятия, все как обычно. Я, конечно, не знаю, какие у вас методы, но, по-моему, причина очевидна. Рита, Лева, посмотрите за Лешей. Нам с Мариной надо поговорить. Ну что, герой? Лёшка, чем будем лечиться? Знаешь, смотри. Первое. Шоколадные конфеты. Да. Мармеладные конфеты. Обязательно. И самое главное, карамельки. Марина Юрьевна, мы, кажется, вчера обо всем договорились. Зачем вы лезете в эту тему? К чему эта фотография? Я занимаюсь своей работой. От вашей работы? Моему сыну хуже. Не должно было быть такой реакции. Здесь явно что-то не то. Значит так, занятия мы прекращаем. У вас будет время разобраться, где ваша работа, а где ваш нездоровый личный интерес к чужой трагедии. Привет. Как ты? Я скучаю. Напиши хоть пару, да хоть одну строчку. Читаю книгу, а думаю о тебе. У меня явно зависимость. Мне нужна только ты. Я дурак, а на дураков не обижаются. С вами все в порядке? Ну, как сказать. Не хотите отвлечься? Давайте прогуляемся. Всего 5 минут, и вы окажетесь в совершенно другом мире.
Да, это, наверное, сейчас единственное, чего бы я по-настоящему хотела. Тогда пойдемте. Вы когда-нибудь бывали в мастерской художника? Нет. Вам понравится. Идемте. Вот. Это все ваша работа? Да, я ведь художник. Сейчас в основном занимаюсь ювелирным искусством. За границей стажировался. Все, разумеется, благодаря Михаилу. А вот это эскизы нашей последней коллекции. Хотим с нашими изумрудами выйти на международную арену. Я, конечно, в этом ничего не понимаю, но, по-моему, очень красиво и изысканно. Да. Но знаете, чтобы поразить изысканную европейскую мировую публику, нужно что-то особенное. У меня пока не получается. А это готовое изделие? Да, это пробник. Марина, а вы могли бы, пожалуйста, примерить это колье? Я прошу. Возможно, все дело в том, что я не могу найти той женщины, для которой делаются эти украшения. Toi qui fort comme un trapeau de dimon, va en folie pareil. Понимаете, важны не сами украшения как таковые. Главное, кому они принадлежат. Драгоценности лишь подчеркивают особенность, уникальность женщины. Возвышают ее, озаряют, приоткрывают душу. А там всегда есть тайна. Страсть. Вот как у вас. А это что? А это старинная гравюра той самой усадьбы предков Ирен. После революции была восстановлена, но 30 лет назад почти все погибло в страшном пожаре. Солнце заходит и готовится ко сну. И нам пора. Будет долгая темная ночь. Но выйдет месяц, он будет стоять дозором и охранять наш сон. А тот, кто не хочет спать, он возьмет звездочку и кинет на голову. Ну хорошо, а теперь все домой. Ан-де-труа! Я с детства все мечтаю ее восстановить, и мне кажется, что вот-вот у меня должно это получиться. Но я вас, кажется, заболтал. Марин. Что? Простите, я... Мне нехорошо. Я пойду. Узнал, что-то случилось? Да. Кто-то оставил в моей комнате цветы. Черные. Это случайно не вы? Нет, не я. Марин, мне кажется, вас кто-то хочет запугать, чтобы вы побыстрее отсюда уехали. Что? Кто-то боится, что вы поможете Алешке вспомнить убийцу. Марин, у меня есть одна зацепка. Зацепка? Это как-то связано с убийством, или? Давайте с вами встретимся через час. Белый мост у акведука, вы знаете? Давайте там. Приходите, пожалуйста, через час. Я приду.
психологиня никак не может угомониться. Я слышала, она только что разговаривала с Арсением. Ну что? У него там какая-то новая зацепка. Ну, слушай, вот Арсений, он всегда наврет с три короба. Ему все равно никто не верит. Нет, нет, на этот раз там что-то очень серьезное. Ну что ты лежишь, а? Ну что я должен делать? Выясни, что он накопал. Почему я должна решать все проблемы? Хорошо, я сделаю. Дневничок. Вы понимаете, он меня пригласил на встречу, чтобы сказать, кто убил Ирен. Инопланетяне. Что? Ирен убили инопланетяне, потому что все другие версии Сень уже перебрал. Хотя одно время доказывал мне, что Архипов сам убил жену. Но что примечательно, он в это время в Финляндии был на переговорах. И знаете, что придумал Сеня? Что на переговорах был двойник Архипова. Да, пока он с женой разбирался тут. Юрий Иванович! Да? А тут счета за квартиру. Дело приобщать? Какие счета? А вот. Туда же вон, за прошлый год есть. Ага. За май. На прошлый год. Хорошо. Положу он там в углу. Да. К той папке, да? Угу. А вот эти счета? Эти туда же. Так, это же... Ага. Я поняла, Арсений вам не нравился. Сеня-то, ну почему? Нормальный был пацан, пока крыша протекать не стала. Но с другой стороны, узнать вот так, что родной отец убийца, тот любой умом тронется. Он же у меня работал раньше, да? Надежды подавал, а тут вот видите как. Знаете, что вот в этих коробках? Версии, кто убил Ирен. А правда в том, что Николай... Отец Сени по уши втюрился в жену Архипова. Потом убил ее, а потом и покончил жизнь самоубийством. Если Арсений ошибался, зачем тогда его было убивать? А кто сказал, что его убили? Девушка, поверьте мне на слово, это стопроцентное самоубийство. Да вы что, смеетесь? Вы что, действительно верите в то, что человек позвал меня на встречу, сам пришел и вдруг решил... Покончить с собой, да? Нормально с собой не кончают. Понимаете? Мне все ясно. Я могу идти. Давно уже. Мне кажется, что я умерла. Кто же это с тобой сделал-то, а? Я не знаю. Я сегодня была в морге и смотрела, как меня вскрывают. А еще хочу посмотреть в лицо того психа, который меня убил. Он говорит какие-то факты, которые может знать только Лера. А все видят то, что вижу я. Меня убили здесь, в этом отеле.